Раз, два, три. Как слышно, прием. Всем привет, вы на моем канале Бегак ТВ. И мы закрепляем сегодня хромакей. Готовим студию. Смотрите, что у нас происходит. Мы делаем студию, готовимся к авиасалону в Жуковском. Олег вот режет. Олег, хватит метража? Надеюсь, хватит. По 5,5 все куска. Попробуем сделать такую студию из своей лаборатории небольшую. Серый, а ты как считаешь? Да, сейчас всяких тиктокеров там попривлекают. Блогеры понабегут сюда и пусть снимают. А мы будем смотреть на них. Свой блогерский курятник сделаем. И красота будет. Сказка. Песня будет. Пушка просто. Эмми Пушка. Олег закрепляет ткань для хромакея. Он сегодня ворчит все время, но может быть он что-то скажет доброе. Уйдите от меня. Я не хочу ни с кем разговаривать. Я сегодня злой. Я 4 дня не ел. Хочу жрать, как собака. Я же за собаками начал охотиться. Не хочу вас видеть. Приходится делать со мной дело. Очень сильно кушать хочу. Сам своих собак. Господа, выступая с этой большой трибуны, я хочу сказать. Ни сна, ни еды, а жрать так, как хочется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и шлите нам репосты. Спасибо.